Уже стало традицией, что коллектив Дворца творчества детей и молодежи поздравляет наших дорогих ветеранов с праздником. А о том, как это происходило в 2018 году, вы сейчас увидите. Мороз вам вручит благодарность губернатора Пензенской области. Ой, ну спасибо. Вам, вы знаете, основатель Дом пионеров. Да. Вот, мы решили ее вручить так сказочно, празднично и спасибо вам сказать. Спасибо. Чтобы принести вам действительно радость. Вы знаете, вот когда я думаю так, Дед Мороз придет, значит, у нас все отрицательно уйдет. Да. Только будет все положительное, все хорошее. Поэтому потом... Дед Мороз. Да. Ты здоровье мне принес? Принес. Очень хорошо, много. Хорошо. Очень много. Вы нас не забываете. Это дни пионеров, Дом пионеров. Это вам благодарность. Я про вас не знаю, признаете. Ни один праздник. Как мы можем про вас забыть, Антонина Александровна? Давайте все вместе поем. Кораблик по волнам за сказкой поплывет к волшебным берегам, где Новый год живет. Дед Мороз, Дед Мороз, ты художник умелый, нарисуй на окне. Ой, как Новым годом! Это маленькое, это не маленькое, это большое счастье.